Что ты сказал? Я понимаю тебя. Что? Почему я пишу на английском, а говорю на русском? А ты мне что? Я уже заплатил за вас залог. Нет. Мне страшно быть рядом с вами. Ладно. Я куплю вам компьютер, но сначала вы должны пройти челлендж. Вам надо будет сломать один канал на Ютубе. Конечно. Садитесь в мою машину. Эй, Зяпут, садитесь в мою машину. Блин, ну тогда вы будете вдвоем. Поехали. Мы прибыли. Приступайте. Ах вы суки, я найду вас, и мы с вами поиграем. Thank you.